Отдыхаем хорошо, только очень устаем. Мне все очень понравилось. Мне очень понравилась страна Испания. Королевство Испания. Это такое прекрасное вообще событие, поездка надолго. Большой компании мне просто не повезло, как в песне Земфиры. Кроме счастья есть просто невезение, потому что в какой-то момент в одном из населенных пунктов под названием Памплона, он очень знаменит на весь мир, туда приезжают сумасшедшие американцы, чтобы бегать от быков по улицам, там проводятся корриды. В самом начале празднества, 6 июля, Рита Митрофанова подумала, что ей нужно больше всех принять участие в главной церемонии открытия этого праздника. То есть там 12 часов дня, какой-то грохот раздается на вот такой вот по размерам площади Аньюнтамьендо, как-то так. В общем, площадь мэрии, как мне потом сказали. Выходит мэр, дает команду, все орут и бьет пушка. Праздник начался. Праздник называется Сан-Фермин. Всю неделю народ гуляет, бухает, извините за грубое слово, да? Отдыхает, видимо, устает. Но я сразу же устала, то есть я поплелась на этот праздник в босоножках. В какой-то момент у меня просто слетели эти босоножки, и по вот этому месиву каши из стекла, грязи и какого-то вот вина, потому что все обливаются таким сидром, я шла просто босичком. В какой-то момент мне какой-то испанский парень говорит: «Are you okay?» Я говорю: «No, I'm not okay», примерно в таком же языке, акцентом испанским. «I don't have shoes». Ну и тут он на своем тарабарском: «Хала-бала». И меня на руки, мои друзья тоже сразу обернулись, увидели, что я глаза закатываю. Меня понесли в такой госпиталь стилизованный. Госпиталь примерно был такой, какая-то под лестницей какую-то организован. Ну вот, и практикант испанский, молодой парень, зашил мне ногу. Вот, собственно, весь мой отдых. Левую, правую? Левую, левую. Вот не буду сейчас портянки развязывать, но вот там я просто вот такие розочки. Ужас вообще. Это случилось как раз в конце первой недели отдыха, всего было 3 недели. И вот оставшиеся 2 недели я проходила на костылях. Вот. Сошли уже мозоли, у меня вот здесь прям вот до сих пор осталась маленькая. Вот и тут. Вот. Но единственное, мои друзья испанские и вообще русичи тоже все мне старались помогать. Они выполняли такой, русичи, выполняли такой дружеский минимум, я считаю. То есть не было ни сюсюка, ни там каких-то, там, бедная Рита. А просто, ну, они меня таскали на всякие мероприятия, считали на своем горбу. Но делали это без особого удовольствия, это точно. Слава богу, жива осталась.